Пацаны, вентиляции мочу вас, вы даже не видите, как я отсюда. Там же дырочки есть, я с дырки фигачу. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пика, Куёко, Радекс, пацаны, поздравайтесь. Всем здорово. Сегодня мы записываем крутецкую рубрику «Аниматроники пугают охранника» на очень крутой карте. Кто помнит эту карту, плюсик в комментариях, или мы помним. Если вы текушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать, и я буду сегодня всех мочить, потому что я буду злым аниматроником. Поехали. Так, пацаны, готовьтесь, сегодня я буду очень Вы что, Это была проверка. Проверка прошла успешно. Ну, в принципе, я не зашел. Давайте так, я буду убивать тогда, когда я захожу в офис. Если я не захожу в офис, я вас не убиваю. Так, ребятушки. Кстати, сегодня обновили пилпак на Security Breach. Я не знаю, что там обновили, но будем вместе с вами смотреть. Может, что-то и увидим. Или, как всегда, их делали так, чтобы они были оптимизированы. Так, странно. Вот это я не помню. Колбасик как-то мне очень странно. Пацаны, вы помните, что так раньше было или нет? Нет. А, это когда-то... Это, походу, ты его фоткаешь, что ли? Так, на правую кнопку я исчезать не могу. Давайте сейчас проверим, будет работать этот. О, дискотека работает, смотрите. Танцуют все. Привет. Давай. А, хорошо. Ага, кстати, это медленный аниматроник. Сейчас мы будем немножко быстрее, ребята, брать. Поэтому сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А где Радекс? Что она говорит? А ну-ка, переведите. Не-не-не, я к тебе не пойду. О, поломанная. Хорю-хорю. Так, хорошо. А, в принципе, я быстро бегаю. Ай, блин, не успел. Так, ребята, сейчас моя цель их как-то обмануть и, конечно же, пугать. Очень сильно пугать их надо. Я зашел, пацаны. Так, давайте, постараемся еще раз. Ребята, вы чего? А у вас там камеры есть или нет? Я уже не помню. У нас ситуация, Дим. Так, у вас нету там ни экранов, ничего, вы не можете камеры смотреть. Радекс, ну ты крыск. Кстати, ребята, здесь вентиляция, я вам потом покажу. Возьму плюш-трапа. Буду жестко с вентиляцией пугать. Все меня. Эй, а где еще два охранника? Вы чего? Ах, вы меня кинули. Ага. А вы где? А, вижу, одного убил. Еще одного убил. Все, всех нашел, ребята. Или не всех, еще где-то один шкерится. Нет. Я тебя увидел. Ты думал, от меня зашкерится? Да. Дима, ты что, меня не увидел, что ли? Увидел. О, привет. Дим, привет. А, не увидел, значит. Подожди. Ой, побежали. Не туда. Не туда. Блин, классно играть за аниматроника. Чувствуется такая мощь. Ага, когда мы играем. Как дверь открыла? А что дверь реально открывается у вас? Сама по себе? А вы не можете их вечно держать открытыми, да? Или закрытыми? А давайте проверим, она откроется сейчас или нет. Ну-ка. Если сейчас откроется, сразу зайду и замочу их. Кто там по мне стреляет? Ты умрешь. Поверь, ты умрешь. Эй, что, простреливается, что ли? Осторожно, ты же оружием пользоваться не умеешь. Тихо, он сюда побежал. Пиццу будешь? Я тебя увидел. Нет, я пиццу не буду. Ты не успеешь. Радекс. Где он? Так, ребята, в этом ролике я буду брать разных аниматроников, так что сейчас я буду брать с другого пака. Маленького буду брать. Так, я понял. Так, давайте возьмем плюш-трапа. Вышел на охоту плюш-трап. Сейчас, ребята, вам покажу, что я могу еще на этой карте делать. Карта очень классная. На ней, кстати, можно записывать РП всякие разные, прикольные. Вы что там делаете? О! Вы что делаете? Я должен вас убивать! Эй, да что я упал с вентиляции? Решетка, короче, себе широкие дырки, проваливаюсь. Я его видел, Молодец, пацаны, вы сегодня хорошо играете, только наоборот. Отвали ты. Ну ты что,
гранату со спавна. Я не хочу делать. Вы чё, не умеете гранатами пользоваться, что ли? Опять. Так, да, ребятушки, проходим. Чинг. Смотрите, как прикольно все это видно. Я тебя увидел! Классно, да, можно пробираться в разные места? Офигенно сделана карта, очень круто. Ты чё, слышишь? Я тебе, знаешь, куда дробовик засуну? Отвали от меня! Не бей. Надо бежать, надо бежать. Кстати, жизни не так уж и много вынесли. Нет, только попробуй. Ты умрёшь. Ты умрёшь. Ты даже ни разу не попал пригвождателем, настолько ты кончено стреляешь. Блин, уйди отсюда. Так, вижу, вижу. А, я знаю. Вижу жертву. Отлично. А ты что там устроил? Вы поставили, короче, эти лазерные гранаты. Это я их обычно ставлю. Но они не берут, потому что у меня даже уши. А не, голова проходит. Только странно, что они не срабатывают. Слышь, ты... Паркурист. Не работают, кстати, твои эти штуковины. Не сработали, отлично. Да уйди, я там уже... Буду знать, кстати, что плюш-трап не пригвождается вообще ничем. Это очень круто, очень. Я знаю, чем можно. Вот, вот это оружие тоже. Опа. Не смог. Пацан, ой-ой-ой, вы что, друг друга убиваете? Ха-ха, молодцы! Вы работу делаете, за меня выполняете, красавчики. Отвалите. Бежать один куда? Отлично, отлично, ребята. Ну что, теперь это мой офис. Эй, ты как попадаешь, тварь? Потому что тут... Я вас стол украл. А вот так ты не попадешь. Ой, попадаешь чуть-чуть. Ха-ха, вы друг друга убиваете. Молодец. Хорошо, Дим, тогда поступай по-другому. Да. Есть. Еще, 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 еще. Пацаны, вы что, не на того нарвались? Хорошо, пацаны. Выходит очень мощный аниматроник. Не надо, дядя. Они бейте. Это лично. Не аниматроник. Будет аниматроник. А кто это? Сзади идет, идет. Успел, 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 Володчик. Вы что, подожгли здесь новую пиццерию, потом ремонт делать? Мы ж в аренду брали. Жестко, да, я смочу вас? Ой, у меня ляжки горят. Так, выходим. Кстати, карта очень здоровенная, ребята. Здесь реально можно очень круто поиграть. О, а дверь-то не убивает, Дим. Дверь не убивает, да. Ах, жаль. Здесь можно зайти? Привет, а вот, привет. Можно сюда зайти. Знаете, что в эту пиццерию можно с разных мест заходить? Ого, жизнь не отнял. Прекращай, ты чего? Ой-ой-ой. Вы что, решили меня убить? Если вы убьете, придет босс. Не надо. А босс очень жесткий, очень будет мочить вас. Пожалуйста. Так, 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 надо зашкериться, то они эти вонючие шары забросали уже всю пиццерию. Короче, вот здесь это... постоим. Ау. Классно не играют, друг друга мочат и все, мне это нравится. Пойдет, пойдет. Жестко, жестко. Так, а у него нету других режимов, только один режим. Пусть они там постреляют, повоюют, а я потом убью их. Кстати, у меня осталось 1800 жизней. Из 5000. Из 10000. А вы, Дима, теперь ты не пройдешь. Зря. Ты зря. Не пройдешь. Как это не пройду? Я уже иду. Давай. Это вам за те разы. Вы должны в офисе сидеть, вы чё ходите по пиццерии? Я буду вас так делать, что вы даже не выйдете с офиса. Кого вижу не в офисе, буду мочить сразу. Ну чё, чипич. Дима, ну ты по левой-то двери не сможешь пройти? Нет, по левой не смогу, потому что ты зараза. Да пропусти меня! Да ты как? Куёка молодец, красавчик. Ого, тут лампу колбасит, что за дискотека? Так, наказал. Кандидата. Все, граната сошла ваша. О, почему? О, дверь открыта. Куяка, что ты творишь? Куяка, ты не умеешь использовать эти оружки?
Умею, только по ней встали. Так, я могу разговаривать? Нет, это не разговаривает. Да где ты? О! Да со жопой! Извини, пика, надо было. Ты куда побежал? Дима, откройте дверь! Она тебя не спасет! Ура, то, что меня монетка не спасет. Ладно, не спасет. Тихая смерть. Давай, иди туда, Дим. Эй, придавили! А я пройду, пацаны, постараюсь пройти как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я жопу нюхаю. Не могу пройти, ну все, прощайте. Нет, не прощайте. Я Мишка Фредди. Пацаны вообще какие-то сегодня жесткие. А вот Дима. Я Мишка Фредди. Ты должен умереть. Вот, вы же не в офисе были. Те, кто не в офисе, умирают сразу. Прикольно, ты стрельнул, только немножко косожопа. О, смотрите, хорошая тактика. Так что будет выходить пытаться, я буду сразу замачивать их. Вымачивать. Давай, Дим, зайди в правую дверь. Пика, твой вонючий шар меня ранил. Ого, вы чем стреляете там? О, у нас сейчас будет луна. It's past your bedtime. Нет, так, они же думают, что я только один вход, а я сейчас с другого входа зайду. Не бейте меня. Вы чё, психи? Ага. Дим, я заиграл. А! Что за оружие? Это читерское оружие. Чё за читер? А, вот так вы со мной заговорили. Эх, жалко, не взять читерский. Я знаю, ребята, какой я сейчас возьму аниматроника. У него 1 миллион жизней. Ну не надо. Это тебя не спасет. Ты думаешь? Да. А где он? Вы слышите? Ну ладно, на лифте кататься. Дим, ко мне это ты не пройдешь. Ты сам себя убил или я тебя убил? Я так и не куда понял. Куда не сможешь рады, ты куда сидишь? Я тебя понял, ты невидимый. Я невидимый, да. Встаешь. Я просто понял, что с вами только так надо. Вы же объявили мне войну. Я хотел с вами нормально поиграть, а вы вот такое делаете. Да, мы бессовестны. Я вам сейчас совести добавлю, не переживай. Ну не на. Ой, какой-то чурбан. Ты оружие не можешь использовать, я тебя буду за это мочить. О, ребята, смотрите, какая хорошая тактика. Мы сейчас задохнем. Ничего, у меня настолько много жизни, что у меня эта граната даже и незаметно, как тратит жизни. Ой-ой-ой-ой-ой. Да вы что делаете? Все красное. Так, Радекс, не умеешь использовать оружие, не используй. Дима, ты где? Я? Я убиваю вас. Посмотрите на ролике, как я вас мочу. Ну нафиг, надо валить. Пацаны, вентиляции. Давай, туши, давай. Давай, давай, туши, туши, туши. Отлично. Слушай, Дим, есть, конечно, одно оружие, прям вот класс, да, но... Да тихо, Радекс. Что за кнопка? Она делает... А, открывает дверь, я вижу. Не да. Получилось. От этого аниматроника есть скример или нету? Нет. Смотрите, хотите, какой мощный мужик вышел. А его вот такое оружие. Радекс. Пойдет, пойдет. Пацаны, я вентиляции мочу вас, вы даже не видите, как я отсюда... Там же дырочки есть, я с дырки фигачу. Красиво ты себя убил, мне нравится. Да, пацаны, сразу вижу, играю с профессионалами. Прям хорошо вы играете. Радость, ну хватит стоять. Ты чё целишься в мою сторону? Чуть не убил меня. А где он, Кьёка? А вот там, в этой дырке. Блин, я не могу двигаться, я застрял в этой дырке. Да слышь, хорош. Ой, блин, я палюсь. Ой-ой-ой, жизни тратятся. Да хорош, сейчас умру.
Блин, жизни тратятся. Кто стреляет? Откуда? Сейчас умру. Я увидел. Я не был в вентиляции. Я вас дурил. Вы что, всю пиццерию подожгли, что ли? Хорош. Блин, это веселье. Это сильное веселье. Так, надо валить. Хорошо, что у меня жизни очень много. Но я думаю, что тем оружием петушиным ты бы меня убил. А карта лагает аж. Вы что делаете? Не подходите ко мне. Вот это мощно, пацаны, меня хотят убить. Вы что делаете? Да прекращайте! Два прохода есть. Я не могу зайти и выйти, ничего не могу. Так, сейчас мы им сделаем. Сейчас, ребята. Бомба? Я вас газом затравлю сейчас. Все жестко взрывается. У меня-то жизни много. Кстати, давайте напалмовую бомбу, чтобы сгорело все. Зачем ой-ой-ой, все горит. Ребята, подожгли мы неплохо пиццерию, это вообще жестко. Вон. Давайте еще. Вот, есть побольше напалмовая бомба. А! Ты откуда стреляешь? Ой-ой-ой. Это была мега мощная бомба. Еще. Давайте еще добавим. Раз они меня объявили войну, я буду тоже и войну объявлять. Прощайте, пацаны. Дима, а если я... Прощай. Давай. Только им уже помочь мне. Нет, не надо, я же проиграю. Много, Дима, бочидея, называется ядерное оружие. Так, давай, я вам пока тут напалмовые бомбы спамню. О, все, лимит сработал. Слушай, давай ядерки, вот пойму это один жесть. Раз. Вот это все горит. Давай ядерки. Сейчас еще одна взорвется. Или это все взорвались? Давай ядерки. Блин, ну карта очень оптимизировала. Должна же была вылететь, но не вылетела. А, вот это не ядерка. Не, это не ядерка. Так, у нас еще вот такая вот есть. Давайте что-нибудь помощнее жахнем. Ой-ой-ой. Я умер! Да. Опа. А чем вы убили меня? Админским петухом. Админский петух, ты что взял по своему характеру оружие? Это не я взял, это Радекс. Все, я разозлился. Дим, сейчас разозлился. Я очень сильно разозлился, очень. Давай поехали, я возьму. Так, сейчас я им устрою райскую жизнь. Вы думаете, просто так все, да? Нет, я так это не оставлю. Я останусь жив, потому что это не очень мощная бомба. А, нет, я забираю свои слова назад. Сейчас еще будет взрыв. Не надо. А, нет, не будет. Ой-ой-ой! Не надо. Тихо. Ты че такое мощное оружие взял? Надо валить отсюда, жизни тратятся. Быстрее. 1%. Ай-яй-яй. Давай. Быстрее, надо валить отсюда. Один. Эй, я живой. А нет. Живой? Ой, я сквозь карту пролетел. Все, пацаны, я лечу в небытие. Дима, ты что, живой? Нет, я умер, я лечу. Вот это... Я, короче, улетел в черную дыру. Пацаны, вы готовы красиво сейчас умереть? Смотрите, подлов пошел. Давай. Нет. А, вот это громко. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арара, Секрет, Форум. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово всем. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Мы скачали обновленную карту, где добавили камеры и двери с таймингом. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем.
выживать. Скорее всего, пацаны выживать, а я их мочить. Покажу, как работают двери. Смотрите, я нажимаю, и они теперь не могут постоянно их держать закрытыми, потому что проходит определенное там количество времени, и открываются двери. Я думаю, секунды 3-4 проходит. Максимум, наверное, 5. Пацаны, вы готовы красиво сейчас умереть? Смотрите, подлов пошел. Давай. Нет. Вот это громко. Делаю тише наушники, так можно и оглохнуть. Подожди, не кипи что-нибудь. Ну это Фокси взял. Это позор. Я покинулся страшного. Тихо-тихо, не ум. Ого, я звуки издаю прикольные. Это Халк? Он идет с правой стороны. Это точно что звук Халка, да. У меня получается. Он идет по вентиляции. Откуда ты знаешь? Иди отсюда. А вы вентиляцию удалили? У вас есть дверь на вентиляцию? Держи шарик. А где дверь? Я не могу пройти. Вы чё меня держите? Да блин. А чё должен умер один? Должно было несколько умереть. Эй, нельзя здесь ходить. Ты должен ходить только в офисе. Я буду всех мочить, кто будет ходить мне в офисе. Смотрите, зашел. Спокойно. Спокойно зашел и ушел. Вот это сегодня ролик, когда я буду просто издеваться над пацанами. Это будет жестко, это будет жестко. Хорошо, давайте возьмем более медленного аниматроника, чтобы вы не так быстро умирали. Давайте попробуем сначала с медленно, потому что, в принципе, каждый мой приход — это смерть ихняя. Он тут. Ха-ха, дверь убила, хорошо. Молодцы, молодцы. Так, здесь идем. Нужно придумать штуку. Закрыли, хорошо. В принципе, еще чуть-чуть бы и успели закрыть. У вас же там время было достаточно, да, чтобы закрыть? Мы тебя по башке ударили. Я видел, жизнь нехорошо так отнимает. Ой, давайте я сейчас вас не буду убивать. Я сейчас стану под дверью, а вы закроете двери. Просмотрим, сколько убиваю. Так. Ага, понял. Сейчас пойду на ту сторону. Не закрывайте. Эксперимент. Так, смотрите, у меня 10 тысяч жизни. Давайте, закрывайте. Ого, жизни тратится просто нереально. Смотрите. Ого, 8060. А ну давайте уже дверями убивайте меня. Ой. Эй, мы так не договаривались. Ах ты шар вонючий. Нате вам за это. Нельзя шары пускать, только я должен их пускать. Так, все, давайте будем РПшить. Пошутили и хватит. Двери, кстати, очень хорошо убивают. Очень. Молодец, закрыл. Хорошо. Молодец, закрыл. Конечно, одной смертью охранника. Закрыл. Блин, еще чуть-чуть, я бы зашел. Что-то подвис у меня там, челепиздрик. А у вас камеры стоят, да? Вы видите, где я сейчас хожу? Да, если секрет, смотри по камеру. А где я сейчас? Туалет. Они меня не видят, представляете, как круто? Так, ты под невидимостью, наверное. Не, я не буду в этом ролике невидимость вставать. Ахана. Потому что у вас и так здесь зрение проблемы. Он ползет, он ползет. Вон он. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Вышли с офиса, значит, будет считаться, что выжили. Почему дверь не закрывается? Она же должна тут закрываться, да? Подожди, сейчас я с этой стороны попробую. Нет, там просто была решетка, которая ломалась. А, понял, да, понял. Так, извини, но тебя пришлось убить, потому что... Ну, ты понял. Так, здесь очень крутая карта, очень крутая. Сейчас вам покажу, что еще тут есть. Тут вроде бы есть подземелье, да? Да, подвал. Подвал, подземелье, ну это вообще круто. Тут, конечно, темно очень. Плоховато все видно, но видно. Сейчас. Прикольно, прикольно. О, пацаны, давайте так, вы сможете маски использовать. О, давай. Потому что прям с дверями вообще жестко и тяжело вам будет. А если двери, да, допустим, вы не успели закрыть, да? Или они открылись, то маску одевайте, я вас не смогу убить. Все, я вышел. Ой-ой-ой, ты без маски! Ты без маски! Нет. Тихая смерть. Красиво, красиво убил. Молодец, закрыл. Успел. Молодец, вот прям профессионал. Успел, хорошо, хорошо. Тренировочка проходит успешно. Так, берем другого аниматроника. О, она тоже быстро, кстати. Успел. Закрывайте. Так. Сейчас я сделаю нам калитку тут. Давай, иди отсюда. А, ладно, у вас дверь. А как так она заработала два раза? Это возможно?
Да, так можно, только там она сразу откроется. Я понял, я просто проверил, видите, тоже возможно так делать. Красиво. Мочим потихоньку, пацанов, по красоте. Нет. О, у нас же есть вообще классный пилпак, где они разговаривают. Хватит с этого, мы 1000 лет уже отсюда не брали. А, на звуки не издает. А, закрывайте. Молодцы. Молодцы. Так, страшный режим. Страшный режим вообще, блин, классно. Убийца. Ха-ха, вы вечно своих мочите. Ребят, вы когда дверь закрываете, голову не подставляйте. Успели. Еще бы чуть-чуть бы убил. Короче, я буду вас убивать тогда, когда я захожу в офис. Если я не захожу, я не буду убивать. Правильно. Ты ж читер. Все по-честному. Это вы читеры. Видишь? Не успели. Просто не успели. Там кто слева. Ой, а что со мной? Ой. А что это? Странно, да, со мной что было? Ну. Да. Это в воздухе такая анимация прикольная. Так. О! А, да, есть. Есть этот аниматроник. Я уже и забыл, что у нас он есть. А, да, невидимым не буду вставать. Потому что прям вообще жестко. Это читерный аниматроник. Чего он читерный? Я не буду под землю залазить. Можешь. Хорошо. Ну я могу, но не буду этого делать. Читер. О, давайте возьмем. О! Нет. Это будет у нас для следующих серий. Во, ребята. А чё я такой медленный? А как мне за него играть? Эй, а как за него играть, если я медленный? Я просто еле хожу. Смотрите, вот с правой двери, как я иду. Вы просто офигеете. А что мне делать? Я не могу убивать, да, за него? Давай проверим. Он... Я не могу за какой-то него есть. Убивать. Это проклятие аниматроника. Хорошо. Эй! Ах, ты в живот не решил стрельнуть? А, вы хотите постреляться? Да. Хотим. Ну и вот ваше... Повезло, повезло. Это волчара. Это гигантский волчара. Я под маской. А, вот, я вижу. А! Эй, я не могу попасть. Прощай. Могу, отлично. Бля, ну это сильно большой. Давайте какого-то поменьше возьмем, прям гигантский просто. Тут это более или менее. Бежу. Успели. Красавчики. Успели. Да смотри, успевает стрелять в живот и закрыть двери. Вы что, гоните? Да ладно, молодцы. Так, где еще один? Эй! Убежал. Там вентиляция была, наверное, да? Нет, как раз таки нет. Так, хорошо. О, давайте так сделаем. Если я даже захожу в ваш офис, можете пригвождатель использовать. А если вы меня пригвождаете, то можете меня мочить. Согласны? Давай, кто-нибудь... Давайте, посмотрим, на что вы способны. Марионетку взял. Марионетка очень быстрая и даже неудобно управлять. Дима, мы создали дверь для вентиляции. Так, я не захожу специально, чтобы вы меня не пригвоздили. Я вас буду отсюда убивать. Слышь, ты! Что за оружие, которое морозит меня? Ты, морозильная камера ходячая, привет. Ай, фору. Отлично. Где? Сейчас будем его поджигать. Так, где малой? Эй! Давайте, если вы меня убьете сейчас в течение 3-4 минут, то вы меня выиграли. А если не убьете, то я победил. Давайте, начинаем битву. По всей пиццерии начинаем воевать. Ужас. А, сейчас. Он, наверное, специально ждем. Взял. Да, я взял баллон боя. Для того, чтобы над вами издеваться. Не, я видимый, я не буду в этом ролике невидимый вставать. Сейчас по вентиляции. Пойдет. В туалете. Я в туалете, правильно. Браво. Ого! Спасибо. Ты что своих мочишь, дурачок, что ли, как я? О, пиццерия загорелась, мне это на руку. Что она горит? Вот он! Меняем позицию. Где он? Там. А, я не могу залезть, да, туда никак. Во. Я могу туда попасть? А! Отлично. Они не попадают, потому что я в этом, в сейфе сижу. Вы что сделали? Эй, это же не честный ядерный взрыв, мы так не договаривались.
А кто сказал, что нельзя? А, вот так значит. Хорошо, я тогда буду брать невидимку и мочить всех, кто шевелится. Ну вы же умираете сами, видите? Вы зря стреляете ядерных взрывов. Вы меня не убили вообще, у меня же аниматроники, они ж не умирают от ядерных взрывов, только от пистолетов и пулеметов. Вы меня можете убить, хорошо убивается, я только миниганом. Вот миниганом вы меня вообще легко снимете. Или шарами. Шарами, да. Вообще, это будет легко. Где он? А, я дверь снял. Я же забыл, что двери ломаются. Отойди, пожалуйста. Отлично. Сейчас себя убью. Так, а у меня сколько? У меня... О, так у меня 100 тысяч жизней. Что-то у меня много жизней. Сейчас его шарами будут. Не, давайте... Подождите. Другого аниматроника возьму. Это сильно читерский. Я думал, у меня 10 тысяч жизней, а у меня 100 тысяч. Вы меня в жизни никогда не убьете. О, я знаю, какого я тогда возьму. Вот, смотрите. А, нет, 700 жизней, стойте. 700 жизней нет. 700 это прям вообще читерски. 80, нет, 87 тоже. Ребята, сейчас мы найдем. Нет, это с другой серии. Вот, смотрите. 8500 жизней. Погнали. Я не могу попасть. Аж страшно стало, что попасть не могу. Ой-ой-ой-ой-ой, уже 500 жизней вынесли. Ай, дай попасть. Отлично. Так, вы у меня уже 1000 жизней практически вынесли. А нет, 500 только. Ничего не видно. Так, 7800. Нет, нифига не буду очищать. Вы сами ее засрали, поэтому и выживайте. Вы просто забыли об одном оружии, которое я вам сказал, что можно использовать. Ну то ладно. 3 минуты у вас есть для того, чтобы меня убить. Сможете, не сможете. Ребята, напишите в комментариях, смогут они меня убить за 3 минуты. Ты дурак, что ли? Я увидел тебя. Я понял, что ты взял невидимку, я тоже буду брать невидимку. Тебе кажется, на. Я увидел тебя. На тебе форум. Ты смотри, то бомбы взрывает, то невидимку берет. Ты у меня светился через всю карту, кстати. Это было очень странно. Так, прошло уже, скоро 30 минут будет. Пригвоздили! Вспомнили за это оружие, молодцы! Где он? А, горю! Гори, гори, ясно. Горю, жопа морская, отвали от меня! Ай, бомбы липучки принес свои вонючие! Давайте! Нет! Не могу. Так, ребята, минута прошла, я еще живу, 2 минуты у них осталось. Блин, вы не... Так, у меня осталось 5000 жизней, 5300. Сейчас гвозди пропадут, я начну шевелиться. Ай-яй-яй. Ну давай, гвозди, пропадайте. Гвозди. Нет. Отвали. Огнемет вонючий. Огнеметчик. Сдохни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я вспомнил, я могу с контролом ходить. Да. Я не могу вентиляцию. Могу. Время идет. От вентиляции. Ай. У меня осталось 1700 жизней. Так, 2 минуты прошло. Нет, еще 2 минуты не прошло. Я застрял. Нет, пожалуйста, нет. Пожалуйста, у меня осталось 700 жизней. Меня пригвоздили, я не могу. Я не вижу. Класс. Я застрял, вы мне просто засунули в текстуры. У меня теперь багается все. Есть, сваливаем. Ах ты, зараза! Хотел обойти по флангу. На тебе за это. Ого, тут горит все. Вообще классно, ребята. Так, осталось у пацанов 40 секунд. У меня 600 жизней. Стригас ему. Вентиляцию, наверное. Все, давайте стану видимым, чтобы. Есть! Да, я молодец! Я что, проиграл в этом ролике? Да! 5 секунд, наверное. Я вам подался специально. Я вам не говорил в начале ролика. Да блин, я так хотел выиграть, я заныкался, зашкерился везде. Хорошо, попались очень хорошие игроки. Я даже не буду отрицать, что вы в этом ролике. Блин, вот это можно и инфаркт получить. Ты что, псих, что ли?
Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Васаби, Гусанёк. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Всем привет! Давно у нас не было крутецкой рубрики «Аниматроники пугают охранника». Мы скачали новейшую карту, добавили новые пилпаки на аниматроников. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Поделились мы на две команды, два аниматроника и два охранника. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Кстати, камеры здесь перелистываются с большим опозданием, и это очень странно. О, все, заработали, отлично, камеры работают. Так, мы здесь. Так, я уже слышу, они топают, очень громко топают. А что такие звуки громкие? Так, слышу, подходит. Подходит. А здесь вообще за углом, трудно будет аниматроника видно. Хотя вот если смотреть в тот проход, как раз будет его отлично видно. Подходит, подходит, отлично, стоит. Так. Здесь мы находимся, здесь камера вот эта вот. Подожди, она как-то странно показывает, не ту картинку. Вот я вижу, еще один идет. Лефти идет. Давай. Отлично. Кстати, ребята, смотрите, на этой карте тратится энергия. А, пацаны еще кнопку не нажали для того, чтобы энергия тратилась. Нет, нажали, нажали, я вижу. Так, нам надо максимально долго прожить. Потому что энергия, если доходит до сюда, то все, мы начинаем проигрывать. Потому что двери мы не сможем закрывать. Очень страшно и очень сложно. Они еще так громко топотят. Мы добавили, кстати, пилпаки Sister Location из карты FNAF 6. FNAF 6 карт аниматроники выпустили вот недавно, прям свежачок. Кстати, карта тоже новая. Я вам сейчас постараюсь ее показать. Когда эти аниматроники вонючие перестанут нас атаковать, я вам покажу ее. Она очень классно сделана. Маленькая, компактная, но очень прикольная. Опа, Чилипиздрик пришел. Так, а это куда камера выходит? Надо изучить. Ого, ты чё пролазишь сюда? Эй, зашел! А он добрый, он нас не может убивать. А у нас ничего не сделает. Двери давай открывай, потому что энергия ж тратится. Саня, открой дверь, Саня, открой дверь! Всё, отлично, отлично. Эй, уходи, у нас энергия скоро кончится. Чё он так долго стоит? Во-во, я вижу, ушел. Вот, теперь я вижу камера, которая отображает вот тут комнату. Так, отлично. Еще один, да, идет? Да. Так, вот, наверное, вот эта камера, которая будет отображать коридор нам. Блин, они как-то здесь камеры странно выставлены. Ой. Попугай к нам хотел. Успел, успел. А это не просто попугай. Если он сейчас нажмет R английский, он станет Фокси, который на плече попугай висит. Во, видите? Я знаю этот прикол. Давно у нас не было, кстати, аниматроников на F6, потому что их не было вообще в мастерской. И теперь их добавили, и мы их добавили сразу в коллекцию. Все, он ушел. Отлично. Так, постараюсь вам, ребятушки, показать эту пиццерию. О, Пингвинус! Нельзя открыть. Ребятушки, смотрите, здесь у нас комната. Где можно нажимать здесь кнопку. Ой, интересно, я ее отжал, эту кнопку, или нет? У нас энергия не тратилась. Ого, что так громко открывается эта дверь, так классно. Так, здесь у нас вот сам офис. Так, подожди, а здесь что, давайте... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что, что ты мне сделаешь, подлец такой? Надо быть очень осторожным, очень-очень-очень. Убью! А, их двое! Ладно, ладно, я вам поддался специально. А интересно, вот эта дверь на улицу, ее можно открыть или нет? Отлично, ребята, смотрите, я нажал кнопку, теперь у нас энергия не тратится. Офигеть, теперь можно ходить там кнопку постоянно нажимать, чтобы мы не проиграли. Скраб Чика пришла. Так, ребята, теперь мы постараемся очень долго выживать, пацаны нам уже ничего не смогут сделать. Так, да, энергия не тратится, отлично. А я пойду ее отожму. Я буду ходить это и делать постоянно. Все, тратится, нажали, вот блин, заразы такие. Так, давайте нажмем на вот эту вот кнопку. Комнату, подождите, это не она. Вот эта комната, которую я буду видеть, кто с моей стороны кто-то идет. Их двое с моей стороны. Дверь закрыта. Блин, энергия быстро кончается, а что так? Так, Пингвинус, ну да, я пройду, нажму кнопку, пойду. Кто-то сюда пришел. А, тут туалеты. Блин, я еще не выучил, где эта комната находится. Есть. Наверное, вот здесь вот. А нет, это мой офис. Эй, а где эта комната? Вот здесь. Возле нее. А вы ее охраняете уже? А я понял, я понял. Не, они не охраняют. Они около дверей меня коробят. А! Привет! Зараза! По башке ему монтировкой дал.
А, выйти нельзя, я думал, выйти можно. А я буду убегать от тебя. А, блин, убил, убил. Зараза такой, а? Так, энергия садится, я помню, это была вот эту вот штучку прям у нас. Садится быстро, подожди, а двери закрыты? А чё энергия садится, если двери закрытые? Ой, открытые. Где он топает так громко? Ага, 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 я понял. Надо сюда. Блин. Очень стрёмно. Есть, я успел. Отлично. Опять лифтюшечка. Так, надо теперь как-то пойти нажать эту кнопку дурацкую. Ой. О, добренький. А, это щелепиздрик нам ничего не сделает. Так, надо запомнить, где эта комната находится. Мне кажется, Дима, или в твою сторону пошел скриптор. Ничего страшного. Ты справишься, пингвинус, давай, я в тебя верю. Так, здесь нету. Здесь нету. Так, туда. А, подождите, давайте еще раз проползем, посмотрим, что там у нас. Я не понял. И там сцена, и там сцена. А, это я срезаю. А! Блин! Вот это можно и инфаркт получить. Ты что, псих, что ли? Никого нет здесь? Тихо. Пришел. Ага, я вижу. Вот эта комната! Я успею! Есть, я отжал! Есть, пингвинус, будем дальше. Давайте проверим энергию. Все, энергия пополнилась, полная. Отлично, ребята, теперь я знаю методику для того, чтобы мы дольше всего протянули. Ой, это что там за колобок идет? Дим, смотри. Уже 2 часа ночи прошло. Дима, я опять включил кнопку. Блин, я помню этого аниматроника. Может теперь опять заново рубрику записать, какой аниматроник самый медленный или самый быстрый. Так что, ребята, напишите в комментариях, какую рубрику нам снять с этими новыми аниматрониками. Какой аниматроник самый быстрый или какой аниматроник самый медленный. Пишите, какой больше всех будет комментариев, ту рубрику мы и снимем. Потому что их обновили. И их, кстати, очень много. Я вам сейчас покажу, сколько их здесь добавили. Смотрите, сколько у нас идет пилпаков. Прям классно. И у нас есть теперь Sister Location. Ой, Security Breach. Тоже это обновленные. Это не те, которые мы записывали, это другие совсем. Ой, там марионетка. Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще робот есть. Пацаны, а они разговаривают или нет? Вроде нет. Ага, я думал, что какой-то аниматроник разговаривает. Может, Чика или Фокси должны вроде разговаривать, не? Ой, нет. Блин, Дима. Отлично. А! Блин, как он зашел, этот подлец, вонючий. Разговаривают. Да. Блин, озвучка классная. Это не... Раньше они так не разговаривали. Я помню, что они реально молчали. Это как после скримеров. Да. Ой. Открывай, открываем. Дима. А! Эй, зараза, приклеился к стене. Не смогли. Ну что, опять у нас энергия полная. Ребята, вот так мы и затащим. Скоро будет середина ночи, теперь пацаны. Теперь я буду тут стоять. Так, смотрите, вот ролик уже идет у нас 8 минут. Если вы сейчас не сможете... давайте, если до 15 минут мы выживаем, то значит охранники выиграли. Давайте даже не выживаем, а чтобы у нас энергия кончилась. Если энергия кончается... то вы выиграете. Если энергия не кончается, побеждают охранники. Давайте, пацаны, у вас есть 7 минут для того, чтобы это все сделать. Главное, что дверь возле нас. Я теперь буду максимально быстро пытаться туда зайти. Так, давайте вот так запрыгнем. А, я ж могу включить камеру. Давайте мы сейчас вот эту камеру включим. Во, теперь я вижу ту комнату. Пингвинус. Я успею. Скриптрапу вообще пофиг, он там стоит, прям Дим пропустил. Блин, он стоял, ждал меня! Вы что, получается, теперь будете чекать дверь там постоянно? Да. Да. Вы чё, это я хотел так делать? А, он стоит там! Он там стоит! Она так резко прибежала, блин. Так. Сказка закончилась, Дима. Так, надо что-то выдумывать. Так, ребята, сейчас я что-то придумаю. Дверь
умрет, он ничего не придумает. Придумаю, придумаю, я очень умный. Так, отлично, отлично, отлично. Так, а ну дай я до пингвинус пройду. Самый умный, да? Да. Под левой двери очень пусто. Ну нет. Тихо, тихо, тихо. Блин, у вас энергия очень быстро кончается. Блин, еще чуть-чуть я бы успел, ну пацаны! Еще б чуть-чуть! Ну просто на соплях! Я могу вообще портал на двери поставить? Блин, было бы классно себе на двери мог поставить. А вот так могу поставить? О! Есть, 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 есть. Так, сейчас мы что-то придумаем. Отлично! Отлично! Есть! Я успел нажать кнопку! Я не успел нажать кнопку! Блин, мы сейчас проиграем! Нет, 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 нет! Открывай двери, открывай! Открывай, открывай двери! Ай, заразы! Ай, ну зараза, ты стоишь там! Чё? А всё? Да вы заразы, ну отстаньте от нас! Может, самому умер? Сейчас я что-то придумаю! Так, подожди, он там стоит? Я не вижу портал. Вижу, вижу, вижу. Кусочками пробивается эта картинка там. Ой, 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 я застрял. Так, так. Заходи, заходи в портал. Сломай! Блин, я так пытаюсь зайти туда, не могу. Так, дверь открыта, дверь открыта. Но энергия тратится все равно, ну нет. Ну мы должны выиграть. Половина. Дима, ты еще половина только. А оно не дойдет до конца, не обязательно, чтобы до конца доходить. До стола может дойти. Эй, ты что делаешь? Блин, догадался. Попытка была хорошая. Так, 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 подожди, мы в пингвинусе застряли. Лепиздик, лепиздик. Ну я ничего тебе плохого не делаю. Ну блин, ну я так хочу нажать ту кнопку. Нет. Вон, лови, Саня. Да, блин! Он ничего не сделает, пусть там и стоит. Дверь открой, мою дверь открой, обязательно. Он сейчас башкой своей дверь нам загородит. Так, 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 мне получается, чтобы перейти на ту сторону, надо сюда через этот проход проходить. О, привет. Ты мне ничего не сделаешь. Ой. Ой, ой, ой-ой-ой. Так, я тут не могу поставить. Здесь могу. Эй, заманул меня! Стоял внутри! Ну ты зараза! Вы обманщики! Вы меня обманываете! Отлично! Отлично! Привет! Так, я вижу кнопки, ребята, вот кнопки. Мне надо как-то успеть резко зайти и нажать их. А что кнопки не работают? Чё кнопки? Я успел нажать, я успел! Есть! Я успел! Молодец! Так, ну что, у вас, пацаны, еще есть 3 минуты. 3 минуты для того, чтобы... А теперь мы будем просто закрывать двери и выживать. Можно просто почилить. Все, мы теперь просто чилим, да. Все, двери не открываем, сидим. Теперь, пацаны, давайте, мы, если вы нас убьете по красоте, по-честному, то мы проиграли. Раз у нас энергия полная,
А я вот не знаю, на 3 минуты нам энергии не хватит, что-то она быстро кончится. А, они кнопку не нажали. Надо было не говорить. Ну, зараза. И ну, что у нас энергия не тратится? Они не догадались. Не так, все, энергия очень быстро садится. Она тратится. Да, я вижу, я вижу. Теперь очень быстро тратится. Так, давайте еще камеры поизучаем. Вот здесь у нас есть камера. Здесь вот. Так, это сцена у нас. Это Фокси тут стоит. Понял. А это что откройте за дверь? Правую дверь. А, это там где кнопки. Обязательно, Васаби, откроем мы тебе дверь. Не-не-не-не-не, мы не будем открывать двери. Ну, блин, с такими успехами у нас просто садит энергия. Классно, плохо, что нельзя через экран ставить порталы. Да, было бы, кстати, очень прикольно. А с этой стороны один сидит. Ставишь камеру просто и выходишь каждый раз. Так, там никого нету. Ну и мы не будем открывать двери. Мы давайте проверим, насколько нам хватит энергии. Блин, классно, конечно, я обманул с порталами, что я поставил, как-то успел в комнате. Вообще. Тебе надо было просто нажимать постоянно удар. Ты не ожидал? Я нажимал. Я просто успел подловить. Так, ну что, еще 2 минуты у вас, пацаны. Дим, давай бонусные 5. Что-что? В честь Нового года. Какие давай бонусы? Какие? В честь Нового года. 5 минут времени вам. Эй. Ну, у нас сейчас энергия сядет, скорее всего. Так, давайте поклацаем здесь. Ой, как-то странно работает это все дело. Так, все, мы тащим. Мы просто по красоте тащим. Так, давайте проверим, есть тут кто-то или нет. Если никого нет, я попробую дверь открыть. Блин, я не вижу, а есть там кто-то или нет. Так, подождите, вот здесь мы находимся, да? Если я нажму эту камеру. Ага, есть, есть, я вижу, летает челепиздрик маленький. Они, короче, за попугаев играют, думают, что мы их не увидим. О, тут вообще эррорное что-то пришло к нам. А, это марионетка. Так, я вижу, с правой стороны попугай летает, я его вижу. Не обманите вы нас, пацаны, не обманите. Мы затащим по-любому. Потому что мы профессиональные охранники. Ладно, я знаю еще один способ, как особо. Давай. Надо удалить портал на всякий случай. Видите, пацаны, вы не можете догадаться, как нам сюда прийти, потому что никак, по сути, не прийти. Или можно как-то прийти, я даже не знаю. Так, 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 давайте здесь посмотрим. Посмотри в левую дверь. О, урод, привет. Стрёмный, стрёмный. Мне Васаби пишет в стиме. Открой правую дверь. Нет, не надо, не надо. А у нас сейчас энергия сядет. Давайте в этот раз мы сейчас проверим, насколько может сесть энергия. Ну все уже. Уже вот 18 минут. Это уже означает то, что мы по идее выиграли. А я не знаю, вот каким образом можно было бы нам открыть двери, чтобы они выиграли. Я даже не знаю, возможно ли бы это сделать или вообще. Просто они прозевали тот момент, когда я нажал кнопку. Нельзя было про это давать мне шанс этого сделать. Все, мы сейчас будем двери, да, открывать? Пингвинус. Конечно. Все, мы открываем кнопки, смотрите. Все, я нажал. Я пошутил. Бегут, 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 бегут. Думаю, что мы все-таки откроем двери. Ой, с той стороны, и с той. А тут с этой стороны есть кто-то? Нету никого. У них еще аниматроники бьют на расстоянии большом. Давай, может, мне вас через стену убить? Так. Нет, нет. Васаби, ты просил кнопку открыть? Вот, я нажал. Нажимает кнопку. Все, видишь? Энергия садится очень быстро. Сейчас мы увидим, до скольки она должна сесть, чтобы двери открылись. Открой дверь, брат. Брат, открой дверь. Блин, я хотел пойти нажать кнопку. Эй, да смотри, за все разы, короче, нам мстят. Ты что, самоубий? Так ты своего мочишь. А, не тихоня, чтобы кнопку нажали, я понял. Ой, я через дверь телепортировался. Успокойся, псих.
отсюда не выйдем. Как убьем, Дим. Ой. Я сам. Мочим. Все, я нажимаю. Я нажимаю. Блин, да вы задрали. Опа! Опа-па! Я вижу, стоит возле кнопки, я вижу. Ладно, я не смогу туда никак попасть. Так, давайте тогда возьмем по-хитрому сделаем. Мы выиграли, Дима, признайся. Ну да, по сути, то, что вы делали, мы много раз умерли, то мы выиграли, да. Так, 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 так. 29 раз, Дима, ты умер. Ну ладно, ладно, аниматроники в этой серии победили. Я просто хочу найти одно оружие классное, но не могу его... Во! И как меня сквозь стену убить? Так, не так. Открывай, я там стоял. Кто умный? Монетку поменяю. Кто умный, Дима? Оно бьет через дверь или нет? Я не понимаю, я попадаю или нет? Есть, убил. Заходи, нажимай кнопку. А вы что, сговорились, что ли? Так, давай, короче, закрываем дверь и проверим, насколько садится у нас энергия. Хорош, хорош, по мне попадай. Так, 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 так. Да все, мужики, да все. У нас ваханали, да я вылетел. Так, все, не убивай, не убивай. Давай проверим, энергия садится дальше. Сейчас проверим, дойдет она до пола или до стола дойдет. Вот мне интересно. До пола она дойдет. Все! Села энергия. А. Да, до стола доходит ровно и все. Ну что, получается, напишите, ребята, в комментариях, кто из нас победил, аниматроники или охранники. Потому что только те, кто смотрел, и зрители моего канала, могут определить. Кстати, даже энергия на экранах села. Мы не можем теперь ничего нажимать. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Я думаю, где взрыв? А, вылетело.